День добрый! На связи МК Баский! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Command & Conquer 3 Tiberium Wars. И сегодня мы с вами отправимся в центр Сиднея. Обеспечить оборону Сиднея от пришельцев совместно с ГСБ. Никакого видеоматериала, ничего. Высокая сложность. Начать игру. Центр Сиднея. Потеряв центр управления ионным орудием, командование ГСБ Сиднея оказалось в сложном положении. Им только осталось, что отдать приказ о тотальной эвакуации. Поскольку мы с ними сейчас дружим, вы будете прикрывать их бегство. Бейте чужих, защищайте Грифона с мирным населением, но о себе не забывайте. Братству нужно много Тиберия. С этим сложно позволить начать игру. Так, ну что? Так, сообщение. Пришельцы обязательно займут Сидней. Помогите ГСБ эвакуировать своих людей. У вас есть 10 минут. Новое задание. Грифон 1. Покидаю район. А, у нас уже есть. Там есть слон ГСБ, свечи броно транспорт эвакуаторов. Мы помогаем ГСБ. Там будет 25 тысяч единиц Тиберия. Так, а что у нас заводов нет? Нет. На удивление. Ну, короче, занимайтесь, я как бы мешать не буду. Так. Надо отстраиваться. Добудьте 25 тысяч единиц Тиберия. Что имеется в виду? Накопить 25 тысяч или добыть? Я просто не помню. О, да у вас тут и так база, я смотрю. Строительство завершено. Короче, развлекайтесь. Какой с хрен бы с вами. Доступны новые постройки. Короче, занимаемся. Вы тоже занимайтесь. Так, о, Тибериевый комбинат, обязательно, обязательно. Где вы хоть, казарма? Раз, вот два. Пока только два, пока. Хотя их тут у нас братство один. Пока только один даже вижу. Про запас пусть будет. Верит. Иди забирай. Мы вместе. Вместе, вместе. Это легко. Обнаружен противник. Свет его прекрасен. Ага. Так, он сныкайся. Ну пока давайте наращивать нашу армию потихонечку. Хотя тоже не понятно, что они познают по 25 тысячами. Накопи 25, но давайте не будем увлекаться тогда. Там еще Тибери замутить что-то. Обнаружен Тибери. Да ладно, он не сдохнет. Строительство завершено. Завершено. На всякий случай. Все, что в моих силах. Угу. Так, больше нигде ничего тут нет, никаких вышек, комбинатов нет. Пушки вижу. Пушки сходить взять, что ли? Маскировка на разведку сходим, посмотреть. Мне это не нравится. Хорошее место. Прячемся. Хорошее место. Хорошее, хорошее. Постройка захвачена. Я езжу тихо. О, о, хо-хо-хо-хо-хо, халява. Халявка подъехала. Подготовка. Три вижу, по крайней мере. Я жду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, может, пушку захватить. Все-все-все, валим-валим, да? Если, конечно, мы сможем их забрать. Чем бы и нет. 10 минут просто держаться, тупо держаться. Он собирает, собирает. Оружие к бою. Так, комбинат есть. Может быть, беспалевно базу ГСБ позахватывать. Ну хрен бы с ним. Пусть эвакуируют грифоны. Так, что мне надо? Вместе. Ой-ой-ой, не лезь, не лезь. Забудь про них. Я передумали. Собираем, собираем. А помните, когда-то революцию делали? Ну да, нормально. Сидим тут, забираем Тиберий. А когда революцию мутили все дела? Было весело. Ну да. Ну а чё, какое задание, такое и выполнение, что я могу сказать. Ничего, скоро это закончится. А чё вы на нас полезли? Вы не должны на нас идти. Вы сами без меня справитесь. Надеюсь. Кстати, а чё мы погрузим вас в дома? Кстати, правда, а чё это? Типа того. Так, безопасен для пехоты. Отступай на ремонт. На всякий случай. Угу. Ну что, ждем.
База у них вот она. Почкануть бы по ней. У нас есть ядерный храм, есть ядерным оружием, мы почему не можем его юзать? Угу. Ну, ждем. Купим бабло. Хотеть тут задать. Ладно, я буду молчать. Так, ну все хорошо пока. Ты теперь собираешь? Кристаллы. Собираем, собираем. Сила в Тибери. В чем сила, брат? Нажимаешь на него говорить? Сила в Тибери. Эй, это мое. Из этого вот. Не угрожай, Тибери. Че он на нас лезет? Вы не тем занимаетесь. Вы не на тех пошли, идиоты. Мы вас не трогаем. Мы сохраняем нейтралитет. Че это мы за ГСБ топить должны? Я, конечно, все понимаю, но это перебор. К зеленым полям. Заснуть можно. Такая сгущенная миссия поначалу. Поначалу. Ну что поделаешь. Жду приказа. Ждешь. Тибери в массы. Давай, давай, в массы. Я и так себе ничего не создаю. Жду, пока накопится Тиберий. Че за наглость? Он заблудился, что ли? Он пришел. С головой не дружит, походу. Чайка. Занимайтесь, ни хрена у него тут техники. Так хочется его мочкануть втихаря. Потому что это может потенциально пойти на нас все. Ладно, ждем. Ну, долго ли? Ну что так долго? Мы не успеем собрать, что ли? Свет прекрасен. Давай, давай, давай. Надо было, наверное, еще один комбайн замутить. Ну, тут быстро, я смотрю, спавнится, на удивление. Давайте. Угу. Ну все, это мы сделали. Устанавливаю видео. Ура! Я знаю, что ты не виновен, но я найду предателей и жестоко покараю их. Тем временем... Здорово, Кейн! Пришла пора применить ядерное оружие. Уничтожь ГСБ. Сотри их в порошок. Поступил сообщение. Главный штаб вновь в руках Кейна. Очередная цель — уничтожение войск ГСБ. Угу. Окей. Дом задания поменяли. Снесите ядерного по базе ГСБ. Здорово. И уничтожить силы ГСБ. С удовольствием. Новое задание. Наконец-то. Получили данные. Кейн жив! Послание братству! Я не покинул вас, дети мои! Я знаю, для нас настали тяжелые времена. Неожиданный оборот событий, войны с ГСБ и уничтожение главного храма, и мое временное отсутствие и предательство Киллиан, и, наконец, пришельцы. Все это могло пошатнуть вашу веру, но теперь я вижу, она крепка, как никогда прежде. Знаете же, все идет так, как я и предвидел. Заря нового мира в наших сердцах, огонь очищающий пылает по всей земле. Но впереди, на дороге к великой судьбе, будет еще множество испытаний. Все, о чем прошу я вас, это вера, вера и возлужание. Следуйте за мной, дети мои, вы не забьетесь в пути истинного. Ну что, Кейн жив. На этот вопрос не было ответа дано в компании ГСБ, здесь этот вопрос уже ответ дан официально. Союз расторжен. Прихват сообщения ГСБ. Братство вероломно атаковало нас в Австралии, застав наших солдат врасплох. Таким образом, союз считается расторгнутым. Теперь мы вправе вступать в бой с силами НОТ в данном регионе. С чего мы взяли, что им вообще можно верить? Пришло время вступить в бой и выбить вероломных предателей из наших земель. Нечего было верить поганым НОТам. Правда, он не отстраивается, это не радует.
Зато у нас баблачно до хрена. Теперь можем это использовать по назначению. Правильно, правильно, мочить их на планетяне, мочите. Сейчас разберемся. Жду приказа. На базу напали. Так, с оружием быстро устанавливается, это тоже хорошо. Так, ну что, Кейн жив, это хорошо. Для ну. И плохо. Для ГСБ. Мародер на связи. Так, ну что. Приборы в норме. Что-то вы долго работаете. Сколько мародеров уже? 4, может бой пойти. Ну, я думаю, 4 вполне достаточно. Самое прикольное, что они нашу вышку не трогают, что довольно интересно. Идет ремонт. Базу не отстраивают, это тоже круто. Так, ну все. Дом сожгли. Ага. Так. Ага. Оружие к бою. К бою, к бою. По базе еще пришельцы мочкануть. Но пока нет доп задания, еще дергаться. Давайте. Отлично. Трансстанцию теперь давайте. Еще нет, тварь. Что мы еще делать? Что-то он даже не сопротивляется. Ну хотя дело в дальность, скорее всего. Еще один. Отлично. Сейчас пришел. Отлично. Еще стоят там. Обнаружен противник. А что они в воздухе висят, клоуны? Ну пусть висят. Не наши заботы. Ой, может потом что-то серьезно нам помешает. Прокачку взяли. Вижу цель. У вас аэропорт. А, переполнен. Ничего страшного. Да. Ага. Объект атакует. Так, теперь главное все вот это поубирать. Ну тут без прокачки уже. А, стоп, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезь, не лезьте. Хотя. Не, ну давайте уж. Ядерная ракета. Так сделаем. Что-то быстро они стреляют. Там тоже 7 минут должно быть. А тут всего 3 минуты. Но я не против. Вперед, только вперед. Все, отлично. Ломаем их. Час пришел. Отлично. Все, базы у них нет уже. Круто. Давайте военный завод выпиливаем. Отстраивают его каким-то хреном. За каким хреном он это делает? Ага. Давайте, давайте. Ха-ха, они в раш еще пошли на них, клоуны. Ну, я не против. Самое прикольное, что это какое-то странное нарушение перемирия. То есть мы как бы перестали соблюдать перемирие, пошли на них. Они так пассивно неохотно с нами перестреливаются. Ну, типа, ну, может быть, они передумают. А вот со скринами активно будет. Нет, ну я не против, пусть так и будет. Мэрис лучше активно со скринами, чем с нами. Конец, конец, давайте, давайте. О, у меня еще тут база. Штаб-то надо убрать. Давайте. Ну вот эту штуку. Да хрен бы с ним. Все, бабло спустили. Что там у нас на бабло? Ого, весело. Ну давайте. Просто прокачка, и все-таки надо почистую их вычистить. Почастую их вычистить. Почастую их выпилить. Мы не доработали. Чё за халтурка? Все. Теперь ломаем их. Обнаружим хотим. Ага. Сейчас пришел. Вижу цель. Конечно. Ну все. Отлично. Что теперь? А, все. Изи. Победа! Изи-пизи, лемон-сквизи.
Не, я думал, это будет поинтереснее. Ну как, она интересна, в смысле, пожестче. Тут самое главное. Неизвестное развитие, интересное развитие событий. Неизвестный район. Сюжетное, причем. Уга. Быстро же вы меня похоронили, братья. И как только вы могли подумать, что я не предвидел случившегося в главном храме, что не я спланировал все это? Конечно, я не мог предположить измены, и предали меня мои собственные войска! Из всех ошибок Киллиана имеем Легион, самое страшное в том, что она считает гостей большим врагом, нежели ГСБ. Это противоречит всем планам братства. И она должна быть наказана. Возьми своих лучших бойцов и отправляйся на штурм австралийской базы. Киллиан сейчас там. Если возможно, постарайся захватить ее живой, а остальных можешь не щадить. Окей. Так, слушай, прожить сейчас 12 минут 35 секунд, время финиса боевых действий 8.36, боевые спортивные уже 92, потери на 11, построек потери уже на 28, тибели, построек потери 0, ресурс добыто 34600. Уничтожить силы ГСБ, золотая медаль. Нанести ядерный удар по базе ГСБ, дополнительный знак верности. И вся развитая информация собрана, посещение в Орде Знаний. В итоге центр СНД пройден на максимальные показатели со всеми добавленными заданиями и добавленной информацией на максимальной сложности. Ну и с вами молодцы, готово. Так, ну что, настало время мести. Так, сохраниться. Сейчас все прокомментируем. Так, главное меню. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий. Мы сегодня с вами вновь продолжали играть в интересную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Command & Conquer 3 Tiberium Wars. И сегодня мы с вами, наконец-то, разорвали союз с ГСБ. Поначалу миссия так замаскирована, типа, ну мы им помогаем, типа, ну еще и деньги копим, все в этом роде. А потом оказалось, что ни хрена, Кейн-то жив. В итоге мы с вами выбили ГСБ из этого сектора. А теперь осталось расквитаться с этой с Киллиан. И мы приказ, собственно говоря, на это получили. Взять живой. Я постараюсь. Если будет такая возможность. Так, сразу несколько вопросов меня смущает. Первое. Почему как-то... Она же уже спалилась гораздо раньше. Еще даже до Сараева, когда этот камеру показал, что типа главный храм разрушен, а главный храм еще не разрушен. Это раз. Второе, когда она пошла, ну, ее войска отправились штурмовать храм, и что-то как-то он, типа, не предел, типа, а, ну ладно, пусть идет, там, а, ну это все, типа, это, а, ну, Киллиан, типа, иди, помогай ей. Что-то как-то подозрительно. Ну, а с другой стороны, может быть, такая вот геополитическая, даже политическая дальновидность Кейна в том плане, что, типа, ну, если вот мы сейчас уберем Киллиан как-то вторую правую руку, как-то, ну, может быть, не все поймут, как-то будет это странно воспринято в братстве. А так, пусть она, типа, постоит у руля, я, типа, тут сдох, ни хрена я не сдох, хрен вам сдохну, хрен с два, как говорится. И пусть она понакосячит, покажет, какой она руководитель, заключила перемирие с ГСБ, облажалась по полной в Австралии, там, и прочее, прочее, прочее. В общем, все позиции она свои слила. И в итоге, помните, как тут отзывались они, типа, чё, нахрена мы должны с ними заключать перемирие, чё мы за них топить должны, ну, чё, там, охренела Киллиан и всё в этом роде, да? То есть, как бы, общественное мнение подогрелось. А когда народ недоволен, это может направить в нужное русло. Говорю вам, как дипломированный политолог, да? Ну, вот такие вот итоги, собственно говоря. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром, консервативном канале. Всем пока!